Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новую серию по GTA 5. Играем, как всегда, на GTA 5 RP, первый сервер, и, друзья, сегодня будет просто эксклюзивнейшая серия. Я просто попрошу вас сразу приготовить... Сейчас чуть спойлер не случился в самом начале. Друзья, сразу приготовьте ваши лайки, потому что сегодня будет конкурс, и у вас будет возможность выиграть реально... Ну, не то, что эксклюзивную тачку, а такой машины просто, ну, как бы только у вас она будет. То есть это не просто какая-то машина на сервере, которая стоит бабок, хотя это так оно и есть, это еще и эксклюзив, просто реально полнейший. Даже у меня такой машины, чтобы вы понимали, не будет. Я это говорю, потому что это одна из моих тачек. Короче, ребят, значит, смотрите, админы связались со мной и сказали, что хотят подарить мне машину. Я говорю, нет, пацаны, спасибо, конечно, но я хочу сам развиваться и как бы я обойдусь. Вот, поэтому я отказался от подарка в виде тачки, и сейчас я вам покажу три автомобиля. Блять, это круто. Я уже мельком взглянул, но как бы особо толком... Ну, короче, сейчас мы подробно более изучим, и одна из них станет вашей. Ну, кого-то из вас. Поэтому, друзья, сразу скажу. Ладно, все, давайте я вам покажу. Ребят, это просто достойно лайка. Мне кажется, то, что я отказался от такого подарка, я сам сейчас думаю, вообще жалею, может быть, надо было взять. Ребят, готовы, да? Блять, это охуенно. Просто это топчик. Вот две из этих раскраски мы видели на моей M5 F90 в реальной жизни. Одну они, как бы, я понимаю, разработчики сделали просто по приколу. Это вот то, к чему могло все прийти. Булкин такси, но пока не пришло. Я надеюсь, что я такого не сделаю все-таки. Друзья, конечно же, ОБД, то бишь отдел по борьбе с дизлайками. Та самая полицейская раскраска, окраска, оклейка. И, друзья, нынешнее пока что на данный момент, на какое сегодня число-то у нас, какое число? Можно число посмотреть? Ну, короче, какое там? 16 января. И на 16 января нынешняя раскраска моей M5 F90 в реальной жизни. Друзья, и что я могу сказать? Именно эта тачка, именно Булкин Драйв, именно в этой оклейке M5 F90 на сервере Downtown может стать кого-то из вас. Фух, то есть, понимаете, да, вместо того, чтобы взять себе этот подарок, я сказал админам, давайте я лучше среди своих зрителей разыграю, мне кажется, это будет охренительный для них приз. Поэтому, ребят, все как обычно. Чтобы участвовать в розыгрыше вот этой замечательной M5 F90, то есть, вы понимаете, да, одно дело модельки в San Andreas, другое дело в GTA 5, то есть, посмотрите, просто вот, насколько даже вот эта полоска, да, синенькая, темно-синенькая, она даже переливается просто... Ну, все-таки GTA 5 там позволяет любоваться всякими, так скажем, малейшими деталями. В общем, друзья, да, вот это именно M5 F90, помимо того, что она реально стоит до хрена денег, еще и именно только у вас она будет в такой раскраске Булкин Драйв, то есть даже у меня ее не будет, хотя это моя машина из реальной жизни. Ребят, все, что вам нужно сделать, чтобы участвовать в розыгрыше, это поставить лайк этому видео, быть подписанным на мой канал, вступить в мою группу ВК, ссылочка есть в описании, и сделать репост из моей группы ВК к себе на страницу этот видос. То есть, по сути, это занимает всего, ну, секунд 30, на самом деле. Может, на словах это весьма сложно, но все максимально просто. И, друзья, давайте, ну, через серию, наверное, в начале какой-то серии по GTA 5 RP я подведу в начале итоги и, соответственно, потом передам админам, когда свяжусь с победителем, его ник, и, соответственно, они вручат ему этот приз. Ребят, ну, конечно, я уже заболтался, надо садиться, давайте... Нет, стоп, давайте начнем с Яндекс, с этого, Булкин... Фу, блядь, Булкин такси. Я уже все это... Булкин такси, Булкин драйв. Ребят... Ну, то есть, вот это чисто теоретически то, что могло бы произойти. Блять, как охуенно все-таки, да, в GTA 5 выглядят модельки. Пиздец. И насколько, кстати, еще хочу заметить, насколько я знаю, и вроде эта информация достоверна, именно разработчики сервера GTA 5 RP занялись разработкой, переработкой этой модельки и раскраской. То есть, это они сделали, как, ну, бля, красавчики на самом деле. Блин, может быть, стоит забрать мне этот ОБД? Не, ребят, я все-таки пока что, давайте, может быть, я не буду зарекаться, может быть, потом я напишу админам, пацаны, ну, как бы, если еще все силит, можно мне подарочек? Но пока хочется реально, как бы, я еще только начал свою жизнь на GTA 5 RP, хочется еще развиваться самому, зарабатывать баблишко. Ах, друзья, это прекрасно, Ну, я сейчас просто, знаете, размышляю по поводу Булкин такси. Не, ну это, знаете, это уже такое себе, потому что под такси, в принципе, тачки, которые не имеют лицензии, как минимум, да, не могут быть раскрашены, поэтому, не, наверное, это хуевая идея была бы, если бы я покрасил, а, точнее, оклеил, покрасил, сейчас бы красить M5, блядь, такой кисточкой, блядь, захуярил просто в желтый цвет. Если бы я оклеил под такси, это было бы уже такое себе, как бы, одно дело каршеринг, который, как бы, ну, а чё нет-то, почему нет, а тут уже, как бы, реально стилистика такси, а такси у нас это все-таки... Имеет некоторые привилегии на дорогах общего пользования. И, короче, это самое.
Ну, это было бы такое. Ребят, я второй раз в этой, кстати, на GTA 5 RP катаюсь на М5, только первый раз это было в автосалоне на тест-драйве, теперь вот я наслаждаюсь ей. Блин, ну согласитесь, реально крутая моделька. Вообще в целом, да? Булкин такси, блядь. Не, ну это жестко, это жестко. Это, в принципе, такое я мог бы сделать со своей R8, если бы она у меня осталась на подольше, и как бы у меня была такая идея что-то поприкалываться в стиле такси, потому что она сама по себе была желтой. Но как бы это самое. Ну, салон мы, в принципе, смотрели. Блин, меня вот все-таки, да, поражает весьма детализированно. Это я сейчас говорю не именно, да, не про то, что конкретно эта моделька, просто то, что позволяет движок GTA 5 наслаждаться реально проработанным салоном, спидометром, тахометром, я не знаю, всякими штучками, подсветкой вот этой розовой, которая реально ночью вообще выглядит топово. Так, ладно. Короче, такси мы паркуем здесь. Я, честно говоря, даже не ожидал, потому что изначально, когда со мной связалась администрация, они хотели мне подарить ОБД машину. То есть я типа такой, ну, как бы я удивился, конечно, такой думаю, бля, ну пизда-то, но я, наверное, откажусь. И я такой, блин, думаю, а можно как бы мне покататься? И меня просто сюда телепортируют, а здесь стоит три машины, блядь. То есть я как бы не знал о существовании раскраски Булкин Драйв и не знал о существовании раскраски Булкин Такси. Вот эту я как бы моделечку я приметил сразу. Ну, тут как бы, друзья, говорить нечего. Это то, что войдет в историю, наверное... Ах, бля. Может, заново оклеить? Ну, это было круто, согласитесь. Отдел по борьбе с дизлайками. То есть, смотрите, все точь-в-точь. Полоска точно такая же, ОБД точно так же, ОБД здесь точно так же. Булкин, герб Санкт-Петербурга, соответственно, Санкт-Петербург написано. И, бля, вот это, а вот можно? Нет никаких мигалочек, блядь. Было бы вообще топово, если бы еще фары, прикиньте, сделали бы они, чтобы они... Ну, это, наверное, не знаю, позволяет ли движок GTA 5 вообще такое делать. Ну, хотя, я думаю, что да, почему нет. Но здесь, по крайней мере, вроде это не реализовано. Бля, ну моделька вообще топово смотрится, конечно. Просто пиздец. И... Я сейчас просто думаю, что чисто теоретически я мог сказать админам: да, конечно, спасибо за подарок. И сейчас просто рассекать, чем там, блядь, хуярить на рыбалке, да, какой-то. И кататься на М5 F90 в оклейке ОБД, которая была бы тоже только у меня, но... Друзья, нет. Зато у кого-то будет Булкин Драйв. Тоже мне кажется, что это круто. Слушайте, ну, блядь, это охуенно. Это охуенно выглядит. Все-таки вот я именно, да, сейчас говорю именно про то, что позволяет движок GTA 5, в принципе, да. Что такие качественные замененные модельки. Ну и, конечно, безусловно, этот ливрей в виде оклейки, да, под ОБД. Это тоже очень выглядит все весьма точно, весьма красиво. Друзья, это прекрасно, это прекрасно. Блин, вот представляете, вот я сейчас как бы, я сейчас такие, знаете, можно немножко детские размышления внесу. А, вот все равно придет момент, когда выйдет GTA 6. Как бы, то есть, по сути, GTA 5 уже существует 7 лет. Ну да, как бы происходил такой момент, когда, там, типа, как, ну, не ремастерит, а когда версия для ПК вышла, да, и для PS4, для Xbox One, когда добавили вид от первого лица, они действительно улучшили там многое, и, да, ну... В принципе, много текстурок было переработано, и все, ну, это вы помните, да, 2015 год, по-моему, был. Ну, то есть, по сути, игре все равно 7 лет. То есть, за это время, и мне кажется, то есть, вы понимаете, насколько, да, вся эта игровая индустрия шагнула вперед. И просто понимаете, что настанет такой, когда-то такой момент, когда мы будем заходить в GTA 5, и будет уже GTA 6. И как бы GTA 5 будет казаться просто для нас, типа, ну, типа, тот же San Andreas, да, который, в принципе, там, без модов выглядит, ну, типа, согласитесь, уже так, нас, ну, довольно древне. То есть, когда-то будет точно так же выглядеть и GTA 5, когда будет GTA 6, и, честно говоря, страшно представить, что, какая детализация... Нас ждет там, а когда будут еще модельки замененные, это будет просто какой-то пиздец. Так, ладно, пацаны, ОБД я паркую тоже здесь. Аккуратненько, блять. Такое. Ну, хотя бы здесь я могу позволить свою же машину разбить. Не буду же этим заниматься в реальной жизни. Так, ребят, ну и теперь та тачка, которая достанется кому-то. Кстати, я только сейчас заметил, что номера админ. Смотрите, вот это я понимаю, да? Вот это я понимаю, кстати, на всех, да? Да, на всех админ, и там, по-моему, тоже, да, там тоже админ. Ребят, ну чё, помните, да, этот посленовогодний видос про дрифт по городу на каршеринге? В принципе, вот такая ситуация, но... Ай, на самом деле, вот если так уж размышлять, идея про каршеринг у меня была давно, и сначала, как основную какую-то, да, вот, стиль, я хотел выбрать не Яндекс каршеринг, а... Какой-то другой, который более красочный. Но просто посчитал, что раз у меня тачка была в белом сатине,
и типа была клейка ОБД, чтобы не сдирать эту пленку, можно еще обыграть было по-другому. Вот я придумал, что как раз-таки подходит максимально точно именно яндексовский каршеринг. И остается просто налепить полосы и написать Булкин Драйв. И в принципе вот такая вот ситуация получилась. Но не знаю, на самом деле немногие оценили этот прикол. Ну типа, не знаю, ну просто мне кажется, хотя в реальной жизни люди реагируют крайне позитивно. Бля, вот так вот дрифт, если закончится в реальной жизни, это такое себе. Кстати, царапины. Можно я поцарапаю свою же оклейку? Подождите сейчас. Давай. О, пошла жаришка, пошла. Пацаны, вот в реальной жизни, представьте, да, такой Булкин ебанулся и просто расхерачил свою М5 F90. Такое, да? Ну-ка, давайте ее побьем немножко, потому что реально... Хоть в GTA 5 и не самые вообще топовые повреждения, даже далеко не самые топовые, но хотя бы здесь я могу себе позволить вот... О, блядь, типичный каршеринг сейчас просто был. Что было бы, если М5 F90 реально была в каршеринге просто, бля, ебать ее перекосоебило. Вот единственное, меня раздражает реально в GTA 5 это повреждение. Почему нельзя было на тот момент сделать реально что-то более крутое? Потому что, как по мне, все равно я буду стоять на своем, но повреждением GTA 4 намного пизже, как и физика. Но мы не будем затрагивать эту тему. Не знаю, что будет в GTA 6. Да, перекосоебило нормально. Вот, но на самом деле реально в жизни люди реагируют очень позитивно. Многие реально путают с каршерингом и как бы, ну... То есть, типа, ну, понимаете, да? Обычно там Polo, Rapid, Captur ездят, да, в Яндекс.Драйве. А тут как бы, типа, ну, не все, конечно, понимают, что это М5. Такие, типа, пятерка, новая, BMW, потом такие, М5. И потом она боком уходит со светофора, такие, типа, люди, чё? Чё вообще происходит? Потому что, ну, как бы, ты не сразу же делаешь акцент, что написано не Яндекс.Драйв, а Булкин Драйв. Вот, поэтому, как бы, бля, реально топовая моделька, кстати. Сколько она ебашит-то? Она ебашит хорошо. Блять, о, все, пизда. Блин, я только сейчас понял, что я еще даже сам, ну, как бы не знаю систему всю эту, да, как владеть автомобилем на GTA 5 RP, потому что у меня еще нет тачки, то есть я не знаю, как, сколько можно иметь, нужен ли для этого дом, как я понимаю, кстати, не нужен дом для этого, можно одну машину купить, а как ее чинить, то есть если разбила, она остается в таком же состоянии, или она как-то чинится, то есть это вот все, это еще пока неизведанное мной, но надеюсь, скоро я заработаю на свою первую тачку. Потому что, скорее всего, в следующей серии мы будем пробовать работу дальнобойщика. Я надеюсь, все-таки. А может быть, нет, но посмотрим. Так что, друзья, что я могу сказать? Эта тачка, ну не в таком виде, а в целом виде, достанется кому-то из вас именно в этой оклейке. Поэтому, друзья, еще раз повторю. Все, что вам нужно сделать, это поставить лайк этому видео, быть подписанным на мой канал, вступить в мою группу ВК, ссылочка есть в описании, сделать репост этого видосика из моей группы ВК к себе на страницу. Все, примерно, ну, я не знаю, неделя, может быть, полторы... И я подведу итоги в начале серии какой-то и напишу победителю, а дальше, соответственно, ему вручат вот эту замечательную М5 в раскраске Булкин Драйв. Ну что, огромное спасибо, на самом деле, админам за то, что готовы были подогнать мне эту тачку, но я отказался и считаю, что это правильно, по крайней мере, на данный момент. Потом, когда у меня уже что-то будет, ну, может быть, если они захотят, я у них возьму модельку ОБД. Вот, а если нет, то уж ладно. А так я решил реально порадовать кого-то из своих зрителей. Мне кажется, это реально прикольно. У кого-то будет моя тачка в эксклюзивной оклейке. Тут именно суть в том, что реально такой оклейки больше ни у кого не будет. То есть она недоступна там для покраски где-то и так далее. Это вот именно вот только вот у вас, у кого-то из вас она будет. Так что, друзья, огромное спасибо всем за просмотр. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Оценивайте видосик. Оставляйте ваши комментарии. Всем удачи. Ой. Такое, блядь. Все нормально, нормально. Пока еще едет. М5 F90 живучая херотень, поэтому как бы тут это самое. Там что, перекосоебило салон, кстати? Ну-ка. А, ну заебись, в принципе, да. Приборка поплыла немножко, но это ничего страшного. Все окей. Ребят, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.